снайпер, что ли? Кто-то, мне кажется, снайпера убил. Можно попробовать тут отсюда. О-о-о-о-о. Чел, мой ты дорогой, бля. Ну, наконец-то, ёб твою мать. Все, чатик. Лес закончен. Чё у нас там, окраины, наверное, да? А, нет, северный. Погнали. Так. Смотрите, что там еще у нас по картам? Резерв. Самое сложное, что будет. Таможня. Надо что-то придумывать. Так. Это что? Шар. Так, шара где лучше всего перехватывать, интересно? С антенны сейчас побегут, да? Вот оттуда определенно побегут. Либо вот оттуда должны побежать. Матчик такой вот небольшой. Стройку? Туда, имеете в виду? Блин. А пока туда бегают, тут не пройдут у меня? О! Так. Один. Так, стройку проверяем. Стройка уже, скорее всего, прошла, мне кажется, да? По таймингам. Да что ж ты, блядь, такой криворукий-то, ЧВК, блин. Как только его ранят, так сразу вот так начинаются руки болтаться, блин. Что-то меня ранило. Без звука. Непрокачанный ЧВК, вообще, конечно, кошмар, блин. Блять, беги, 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 беги. Только не сдохни. Я вот слышу какой-то звук странный. Я замираю послушать, и он по мне начинает стрелять, сука, в этот момент. Восприятие не прокачано. Очень плохо слышно. Еще дождь этот прекрасный. Давай. Сейчас попробуем как раз таки его со 100 метров-то и принять. Он уже здесь? А-а-а! Я, кажется, понял. Да, 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 все понял. На фоне большого тумана, наоборот, хорошо видно. Да, но... О-о-о-о-о-о-о! Голова какая-то пробежала направо.
Надо, мне кажется, обходить. И вон ту горку занимать. Тогда есть варик их тут поймать. Сразу два можно убить. Было бы неплохо. Блять. Тут двое. I don't shoot. Тридцать первый уровень. Hello, говорит, не стреляй, я делаю задание. Вот они, вдоль воды. Блять, сел. Тут еще? А, их двое тут было. Все это время, что ли? Челы, блядь. Вы мне нужны со 100 метров. Какого хера вы меня вот в упор атакуете? О, бот по нему прессует. Давай, прессуй его нахер. Я пока 100 метров пойду займу. Бля, я не хочу его убивать. Куда ты бежишь, друг? Ну... Их двое. Их трое? Ё-моё. Чевок, да? Два. Два чевока. Так. Надо сейчас очень аккуратненько их пропустить. Так, первый прошел. Второй прошел. Хорошо. А я не взял дальномер, да? Какой-то глушак уже стреляет, я слышу. Как бы опять не сверхчеловек какой-нибудь. Блин, камушек там такой. Не вовремя появившийся. Там хоть было 100 метров-то? Должно быть вроде. Да. Так. Или заманивают где-то. Но я вообще не вижу. Они походу просто где-то в глухую как будто стоят. И стреляют почему-то. Чел, у меня стамина кончается.
Заходим. Там чел на втором этаже? Там чел на втором этаже. Чел, не уходи, не уходи. Чел, вернись. Я все прощу. Нет, ну он обиделся, ушел вот теперь. Походу они ушли на костер уже, бля. Пока я там прыгал. О! Я надеюсь, минус один. По кому-то он, по-моему, в сторону костра, кстати, стрелял. Как раз таки. Оно есть? Есть, хорошо. Начало есть уже, положено. Так, а по кому ты там бахал-то, друг? Крадется оно, смотрите, на капсе, блядь. Где там твоя голова пустая? Ну, а тогда три в тело. А, тебе пофигу, да? Понимаю, ну что там, СНБ патроны, подумаешь, всего. Всего лишь. Это не он. На. Единственная граната, которая у меня есть. Давайте попробуем со 100 метров его все-таки развести. С большой стройки откуда-нибудь. Ладно, чат, я пойду проверю. Если там еще один сидит, то это капец. Вера в людей потеряна просто до последнего. Окончательно. Я же вам говорил. Где он? А! Чел, не уходи. Чел, не уходи. Смотри, тут граната. Чел, смотришь? Гранатка, смотри какая. Стамина нету на руках. Чел, стамина нет на руках. Подожди, вот буквально 10 секунд, окей? А, ну, блядь. Руки, отдохните уже. А, есть. Есть. Я-то думал, я не попал по нему. Нормально тогда, нормально.
Так, а вот там кто у нас шумит? Подожди, что? А. Я-то уж что-то неладное подумал, чат. Сука. Чел. А, ты там уже, что ли? Капец. Хотя... Респ-то неплохой, оказывается. Народа вон сколько бегает. Только вот я не в ту сторону смотрел все это время. И у меня руки устали. Ой, капец. Очень быстро руки устают. Ну, жми. Я жму F, он не обыскивает. Что это? Это пулемет? Нет, это не пулемет. Давай, стаминка, не подведи. А-а-а! Это АШ-12, что ли, блин? Давай. Так, прыжочек. Прыжочек. Хорошо. Ой, не пыхти только, блядь. Двое. Все, что ли? Пока, чел.
Как бы аккуратненько тебя полутать. Мне кажется, я не успею. Блин, а неужели мы столько таскали в начале вай... Ой, блядь. Все, хана мне. Я... Походу, я последний на карте остался, что ли? Да. Типикал, блять. Где-то я это уже видел. Отстань, блядь, бот. Почему ты по челу-то поэтому не стрелял? Мне кажется, они хотят на шар. Надо их опередить. Отпусти, да я знаю. Надо же их немножко было остановить. Я же их не смогу догнать и перегнать. Я, блин, 20 уровень, чат, вы чё? Ну, более-менее. Сука. Спокойно, блядь, чел. Пятьдесят седьмой, кстати. Я по ним стрелял сзади. Точнее, кидал им гранаты сзади. Они должны были понимать, что я нахожусь там. О, бот зашел в гараж туда к ним. Не, бот смотрит на меня. Прямо оттуда бот зашел к ним в гараж, повернулся и загрелся на меня. Нормально? Ладно. Что у нас там по итогу-то? Один только пока что. Ну, народ вроде хватает, можно сделать. Надо только ган взять нормальный. Бля, два типа бегут. Отвали нахер. Может, наверх полезут? Не, они в подвал побежали сразу. Так, Тимми трогать не будем. Отпустим его на 100 метров вперед. Блять. В железку попал.
Опа. Чувак, замри, пожалуйста. Я не хочу рисковать. Чел, будь другом. Он даже не понял, по-моему, что грена тут взорвалась. Должен был попасть по нему. Опять не попал? А что, блин? Что случилось-то? Ну, сейчас тоже не попал, хотите сказать? Вот, теперь попал. Пойдет. Мы, кстати, у шара появились, это хорошо. Сейчас можем попробовать перехватить. Наверное, я бункеры попробую перехватить. Вот там. А там никого. Походу, не угадал направление. Так, а там у нас что? Блин, как-то вообще пустовато такое чувство в этом рейде. О, есть, 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 есть. Есть клиент. 300. Ну, я вам сразу сказал, что туда 300, помните, еще на шаре. У меня же записано все в книжечке. В снайперском блокнотике все записано. Только вот там не видно ни черта. Я вот не знаю, это что, это голова или не голова? Нет, это не голова была. Зашибись. О, спускается чел. Готово, чат. Готово. За два стрима получается, да? За два вечерочка. Но больше всего мы страдали в итоге в лесу. Потому что в лесу ни хрена нет народу. Берег, мне кажется, самый легкий получился. Найс. Винторез убитый в хлам. Так. Сейчас заберем награды за квест. И ништяк. Какой нормальный стример бегает за жертвами? С фотоаппаратом еще и с ножом. Скажи, чат. Так, где там наши награды? Сюда. Что получается, реально где-то за два вечера, да? Но вот серьезно, в лесу дольше всего искали типов. Локацию увеличили в два раза.
а количество человек на ней оставили прежнее. В итоге они разбредаются по всем направлениям, и ты за ними гоняешься, гоняешься, и не можешь никого найти. Лес дольше всего бегали, хотя на изи, по сути, можно было там все выполнить. Если бы они увеличили количество ЧВК, либо бы локация была как прежний лес. Берег легко получился, таможня тоже вроде не мучился так-то. Ну, повезло, наверное, на таможне. На резерве, как видите, люди, видите, иногда шарятся по крышам, в принципе, легкие киллы. На шаре сидел тип, это вообще дефолт. Так что как-то так, чатик. Сделали мы такой челлендж, так сказать. За что нам дали вот эту вот кочергу, блин, с 8 эргономики. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.